Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 4. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того». Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все доныне. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне: «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сынов своих». Вы приблизились и стали пред горою, и гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня: «Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображение какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли, и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру всей земле, не перешедши за Иордан, а вы перейдете и владеете той доброй землею. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огнь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих,
и долго живши на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете. И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, к которым отведет вас Господь. И будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который он клятвою утвердил им. Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле, и от края неба до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело, или слыхано ли подобное сему? Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как слышал ты? Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа казнями, знамениями и чудесами, и войною, и рукою крепкою, и мышцей высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте пред глазами твоими? Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его. С неба дал Он слышать тебе глаз свой, дабы научить тебя, и на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова Его из среды огня. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народа, который больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. Итак, знай ныне, и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Его. И храни постановление Его и заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Тогда отделил Моисей три города по эту сторону Иордана на восток солнца, чтоб убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня, и чтоб, убежав в один из этих городов, остался жив. Бетцер в пустыне, на равнине, в колене Рувимовом, и Рамов в Галааде, в колене Гадовым, и Голан в Васане, в колене Манассином. Вот закон, который предложил Моисей сынам Израилевым. Вот повеление, постановление и уставы, которые изрек Моисей сынам Израилевым по исшествии их из Египта. За Иорданом на долине против Беффигора в земле Сигона, царя Аморейского, жившего в Есивоне, которого поразил Моисей с сынами Израилевыми по исшествии их из Египта. И овладели они землей его и землей Ога, царя Васанского, двух царей Аморейских, которые за Иорданом к востоку солнца, начиная от Ароера, который лежит на берегу потока Арнона, до горы Сиона, она же Ермон, и всею равниною по эту сторону Иордана к востоку, до самого моря равнины,
при подошве фаски.